Всем привет! С вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня. А у нас на террасе отеля «Три моста» Теодор Бастард. Привет! Как ваши дела? Отлично. Что сыграете нам? Будем жить. Будем жить. Будем слушать. Спасибо большое.
Спасибо. Сказочная композиция, очень интересная. Очень много интересных музыкальных инструментов у нас снова на крыше. Расскажете немножко про них? Вот вы на чем играете? Я играю на монгольской скрипке, скрипачка. А вот у нас иранский байран. Из газового баллона глюкофон. Бурятский варган. Прекрасная виолончель, не знаю, откуда родом. И такая же прекрасная гитара. Здорово. Ну и клавиши, конечно же, замечательные. Японский народный инструмент. Понятно. А на обычной скрипке вы умеете играть? Или там совсем другая уже техника? Я думаю, пару нот могу выжить из нее. Пару нот. Ну, это на пару нот лучше, чем ничего. Так что здорово. Спасибо большое. Спасибо. За вашу оптимистичную композицию, которую вы нам исполнили. Спасибо большое террасе отеля «Три моста» за площадку. И снова увидимся скоро. Пока-пока. Спасибо.